Демонстрационная программа по ресурсоэффективной и больше чистой вытворчести является компонентом региональной программы Европейского Союза по поддержке принципов зеленой экономики в Украинах Усходнего партнерства – Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине. Два года тому программа нашла отклик и у Беларуси, и сегодня ее принципы активно демонстрируются у каждом регионе. Что касается Гомельской области, это промышленно развитый регион, и действующее производство потребляет громадное количество ресурсов, а наша программа как раз-таки и работает над тем, как сделать использование ресурсов, как организовать использование ресурсов более эффективно, то есть чтобы ресурсы не уходили в отходы, чтобы стоимость ресурсов таким образом уменьшить, и чтобы использовать ресурсы, которые можно использовать, добыть в регионе или же не токсичные, которые не наносят такой вред окружающей среде. Главная мета демонстрационной программы – оказать практичную консультационную допомогу по экологичных питаниях белорусским предприемствам. Серед удельников встречи у Гомеле представники региональных предприемств харчовой галины, будовничей сферы, вытворцы химичной продукции. Надо сказать, что многие предприятия охотно пошли. И я всегда привожу в пример Минскую коммунарку, когда директор принял решение. Вот роль директора, роль высшего руководства – это всегда ключевая. Тогда, соответственно, весь персонал нацелен на то, чтобы поработать с командой, помочь экспертам в их оценке и найти вот эти дыры в экономике предприятий, которые они раньше не видели. Ахова навакульного асяроди и экологизация экономик предприемствоў – актуальные пытания, які сёння ставятся у Беларуси на высоким державным узроўні. У свою чаргу координаторы и организаторы гомельской сустрэчы спадзяюцца, что ўсё ж змогуць донести галоўнае до гомельских вытворцаў. Катерина Жданович, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».